Довольно нестандартно. Пожил молодой человек. Я говорю, почему тарабаните? Молча показывайте, все понятно, что вы другого не дадите, то вы так уже другие ели. И товарищ однажды, когда он пришел к вечеринке, он говорит, а что с тобой? Он говорит, а что? А ты глянь на себя в зеркало, то у него лицо сделалось вдруг черное, как у эфиопа. И он проснулся и потерял веру, встал, никакого Бога нет. Души никакой нету, возмездия нет, и потерял веру. Вот тут он вздрогнул, а он как-то верил, православный-то. Сходил, батюшке грехи сдал, потом пошел куда надо, а потом вернулся, опять пришло время, сдал грехи. И вот это испытание оказалось многим не по силу. А он 2 года плакал, молился, старался, а веры никакой нет. И Господь увидел его старание, когда он проснулся вдруг и видит, все верю. Вера – это дар Божий, а не то, что ты умный там расследовал, космос и нашел. Совсем нет. И однажды он идет и видит, сидят 3 нищих. Обедают. А рядом ходят 3 юноши в белых одеждах и подают ему на стол. Эти юноши, которые нищие, это нищета, голь перекатная. И он стоит и говорит, Господи, а как это может быть не наоборот? Обычно такие знатные сидят, а рабы прислужат. А так говорит, всегда так. Когда люди едят в молчании, в молитве, с благодарением ангелы прислуживают. А когда творят кощуны, беззаконие за столом, демоны, не люди, демоны всевают болезни всякие. Слышали? Слышали. Уразумели? Наведите порядок дома. Где вы бываете? Никакого разговора пустого, на чашку не склоняешься. А почему? Я один раз прочитал, тебе тоже должно быть достаточно. Василий Великий сказал, всякое животное наклоняется к пище. Вот она, пища, корова чавкает, свинья так. И только человек подносит пищу к себе, ни у кого ложки нету. Все, одно предложение, хочешь быть скотиной, склоняйся. Посмотрите, в любом ресторане, вот так вот. Над столом чашку охватил, все едят, до единого так. Любой министр, любой президент, любой царь, любой священник, любой архиерей. Но это можно узнать. Одно предложение. Мне его хватило на всю мою жизнь оставшуюся. Я научил этому 1000 людей. Не склоняться. Сирахов говорит, не облокачивайтесь, стыдись облокачивания на стол. Как облокотился, бесстыжий. Стыдись, а ты не стыдишься. Повторяю, мне этого хватило на всю жизнь. Почему тебе не хватает? Когда спросили Серафима Саровского, он ответил, не хватает решимости. Сел за стол, склонился, сразу все, осквернил. Так, жена, поставь к вечеру в холодильник мою еду. Раз, другое, ты будешь как положено сидеть. Накажи сам себя. Сам на себя наложи эту эпитемию. Очень важное место в жизни человека занимает еда. Отец мировой педагогики Ян Амос Каменский говорит, за столом веди себя как в алтаре. Вот так. С благоговением. И стройно, как царица Саска увидела у Соломона, и весь за столом и везде. Немножко предложений. Не склоняйся, потому что иначе ты будешь как скотина. Не облокачивайся, потому что будешь бесстыжий. Все. Никогда. Вот поставь вертикально около стола и за вертикаль никогда не заваливайся. Раньше люди всегда ели вот так вот. Вот у нас в семье было 10 детей. За одним столом все. И чтобы у каждого чашка, я увидел это, когда поехал в город. У каждого чашка, мне так странно было. Одна большая чашка, и каждый черпает на кусочек и потащил к себе. Ты хочешь увидеть, как это? Смотри в кинофильм Герасимов «Тихий Дон». Сидят они на покосе, у каждого ложка, кусочек. И понятно было, где чаша, кто это наберется. А то в Америке поели на один раз чашка, на один раз ложка, на один раз стакан. И поэтому такое развращение пожирает другие государства. Услышал один раз, вот я сегодня вышел, уже научился. Фома Маюнский однажды встречает ученика и говорит, у нас урок сегодня, он преподавал одному, учитель один, ученик один. Сегодня мы пойдем на торжище.
Да школа-то не на торжище. Они учились в практике. И вот они идут, он говорит, тихо, там за лопухами кто-то сидит. Посмотрели, нищие сидят, два слепых, и разговаривают. Он подошел тихо, слушай, а как ты слепой стал? Ну я как был маленький, не досмотрели родители, я упал и прямо наткнулся, там палочки были, глаза выткнуло. А ты? Ну, я не хотел бы говорить, ты меня уважать не будешь. Но все же, ну я родителей не слушался. Ну и пристрастился воровать. Я однажды лежу, хоронят процессия, богатая девица в гробу лежит. Я решил ночью сниму, ей это не надо, что на ней. А мне это на пользу. Я, говорит, вскрыл гробницу, отвалил камень. Ну и стал снимать ожерелье с нее, все снял. А потом посмотрел, сорочка-то у ней какая. А зачем она мертвая-то? Я, говорит, только прикоснулся к сорочке и вдруг почувствовал, как она схватила и сжала мою руку. Наглец. Тело мое солнце никогда не видело. Зачем ты постигнул на это? И вдруг, говорит, стала шарить. И рука, я, говорит, совершенно онемел. И она дошла до глаз, говорит, нажала, выдавила глаза и ударила об стенку. Я едва вышел оттуда, выполз оттуда, и вот я теперь слепой. Фома Маюмский говорит ученику, пошли. Он говорит, учитель, а как же на базар? Не надо, урок уже пройден. Понятно? Это реально, мы разговариваем сегодня просто так. А если это тот человек сидит без глаза, и он не знает, что за ним следят, и говорит, это я для того говорю, чтобы ты поверил, что так и было, то это урок очень впечатлительный. Я рассказывал, как воспитывать в Спарте. Это, может, в школе кто-то учился. Допустим, в 6 лет ребенок отнимается от матери, отца. Совершенно отнимается. Теперь начинается обучение. А обучение, все основано на том, ты всегда победитель. И вот выпускной вечер. Ну что выпускной? Музыка? Нет. Его растягивают, привязывают и начинают пороть. А учитель сидит, смотрит, как лицо у него исказилось от боли или нет. Наконец не выдержал. У нас есть такие. Говорить не хочу. Смотрите, там показывает как раз. Я говорю, он показывает как раз. Чуть бы борется, маленько больно, весь косопочится там. И вот он показал боль. Учитель говорит, боль, не мог стерпеть. Развяжите его. Выкиньте за забор. Поднимают, кидают за забор. Все, кончилось учеба, иди куда хочешь. И сколько? 3 месяца, к примеру. 3 месяца корми себя, где хочешь доставай, воруй. Это твое. Попадут, башку отрубят. И он теперь через 3 месяца приползает туда. Снова экзамен. Но ни один мускул уже не дрогнул. Это самые лучшие воины в мире были. А мы готовим христиан. Иоанн Златоуст говорит, маленький ребенок, едва ходит, подними его среди ночи на молитву. Если не сегодня, то когда? Ну скажи матери, да вот ребенок и все, все что-то из одного умирают где-то. Мы никогда не видели, чтобы наша мать за руку кого-то держала, ходила. А когда держать-то? 12 коров вручную подоить надо днем, вечером, а ночью идут на ток. Клеветом крутить, зерно отвеивать. Упал он там, часа полтора поспала, и оттуда бежит уже опять на ферму. Главное в семье я. Старшего брата уже послали пахать. Мне 5 лет. Хозяин, на мне 2 ребенка. Пеленки постирать. Кашку из печки вытащить. А так охота, пенка такая вкусная. Нельзя, ребенку есть нечего. А ему что, коровий рог и сиська натянутая коровья. И туда дырочка маленькая, ну бывает там закисло никак. Я помню, в рожок так давнешь, чтобы оно пролетело туда. Но иногда и сам маленько хлебнешь, отопьешь. И все выросли. Конечно, росли без учебы. Вот большая чашка, а отец любил приправы. Да я не знал, что перец есть сладкий. Горький-горький. Отец полкрышка бросит. Ну, огнем пылает, но отец видит, что он мучается. Нож был длинный такой, он возьмет этот нож, вот так, сверху положит. Ну ладно, я перегородил. Я с этой стороны вдуюсь, а вы с этой. И правда, как будто бы не так жжет. Ребятишки, и помню, отец большая, где-то сковороды такие огромные были. Ну и там, видимо, сало или что-то было. Я, отец сидит, никогда себе в рот еще не возьмет. До чего ребятишек любил. Толкнет вот так, которая пригорела, пригарки назывались. Они вкусные, отец сидит, да.
Наверное, Сталин каждый день при Гарке ест. Понятно, как собирайте кружки. Высшее достижение. Кружки собирайте и вот туда складывайте. Вот Сталина. Вот это все вспоминается. Это нам помогало выжить. Вот соберем малины. Малины собрали, допустим, ну, кружки две. Бабушка через дорогу. Вот начинаем, сколько ягодок. Теперь все их надо разделить. Дядя придет в поле, пасет. И вот каждому сколько. А чтобы взять, как сейчас съел, этого никто не знал даже. Видите, как родители вместе с отец и мать, они полкласса не кончили. Вообще не было грамоты. Ну как они это чувствовали? При нас никогда не ругались. Мы это не знали. А мать-то, видно, без нас где-то что-то буркнет. А отец был контуженный, а мать потом одна остается. Ой, как хорошо, что тихо не слышит. Сколько бы колотушек получила. За разговор. За разговор. Мы проходим урок. Так, посмотрите, там все поели, нет, сколько. Тут еще трое. Сергей Павлович сейчас приведет собачек своих. Привел уже. Привел. Никуда. Сейчас выйдем, помолимся быстро и выходим на полигон. А, я попрошу, кто-то снимает. Где наши фотографы-то? Ушли? Не там кушать. Вот. Они сейчас покушают. Смотри, Вань, меня не гляди. Вань, Маша. Ну что там? Кто еще не доел? Там появится все. Ливи и некоторые старасы. Как двое останутся, так штука. Двое старасы. Вот сейчас хоть один из них кружку покажет. Ведь у нас строгие правила. Троим уже нельзя. Два это уже вышли из режима. Они, может быть, умышленно затягивают. Да. Все, а там еще одна человека. Деревенским посообщить. А? Деревенским посообщить надо. Ну сообщили или нет? Ну кто сообщил? Ну, если я позвоню. На видео посмотрим. Дороги. Девочки, попить бы стаканы, заснуть, убери его туда, рядом положи, куда надо. Ну, вот так. Там мальчика возьмите с собой маленького, чтобы он посмотрел. Если вам холодно в рубашках, у нас шерель, тут есть кипеля. С двух сторон самый маленький мальчик, самый такой, не писался. А слева стоит родная сестра, самая-самая писалка. Единого даже нет на замечании. Интересно как. О, ну молодцы мои, пришли. Господи, слава тебе. Воздай милость не всем, кто заботится о нас. И броди нищим гроб одиноких, покинутых. Господи, даруй доброе священство России, благослови патриарха, епископа, священников, пасту, даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Благослови приезжающих и отъезжающих, парализованных, покинутых, слепых. Яви им себя и порадуй твоим присутствием. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вон коров гонят. Смотрите, корову там. Так, вперед не забегайте. Так, вот сюда вот, сегодня выходите вот сюда вот. Вот сюда вот. Можете залезть и сидеть вот это. Игнатий Иванович, фотографы сели есть, так что надо подождать. Можно на вышку залезть? Нет, подожди. Можно с вышки смотреть? Упадешь, вот на бревнышко. Оторван, ты упадешь.
Так, кто у нас? Лиза, давайте быстро прокричим. Алло. Добрый день. Лиза. Добрый день, Лиза. Так, подожди. Сережа, подожди. Чемпион России выступает. Это ураган. А по-моему, право.